Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим не о вязании. У меня возникла проблема: при включении компьютера высветился синий экран. Это слетел BIOS. Чтобы исправить ситуацию, нужно при запуске компьютера нажать F2 или Delete. У каждого по-разному. У меня F2. Мы зашли в BIOS. Высветился такой экран. Здесь нужно поменять на действующую дату и время. Потом переходите во вторую вкладку и поменяете свою операционную систему. В моем случае это Windows XP. Когда все сделали, переходите в последнюю вкладку «Выход». Теперь, если компьютер заработал, вы войдете в систему. В моем случае слетел BIOS, потому что села батарейка, которая отвечает за дату и время, и ее следует заменить. Если заменить в ближайшее время не удастся, просто не выключайте компьютер из сети. Кому была информация полезна, обязательно не забывайте поставить лайк. Спасибо, что остаетесь со мной. Хорошего настроения. Пока-пока.